Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеотекарь. Продолжаем записывать ДБДшечку. У нас очередной пакет карточек, как у нашей уже новой традиции. Три ролика, то есть три катки в каждом ролике. Давайте начнем. Что-то вмешательство все как-то через задницу закрыло. Наверное, там заводят. Ну да. Давай, спринт. Давай. Отлично. Спринт. Мне это чил падает. Че было фонари набирать, даже не пытаются спасать. Так, по зомбаку сейчас дам. Ага. Ну, таким образом спасать-то это запросто. Он типа такой специально весь из себя актер. Мне все равно сейчас приды получишь, актер. Хорошо. Я видел. Хорош. Хорош, Джеффри, вышел на охоту. Все, не месяц же, а раскачан. Он в стероидной ярости. Давай, Джеффри, давай, ну! Джеффри! Сюда. Разнос кабин. Поэтому я за немезиса часто играю, ребят. Потому что у меня из него получается выжить красоту. Что? 5 осколок. Ты даешь. Такой большой от сказки веришь. Ой, ты тоже. Когда немезис в руках Видеотекаря, фармить немезис. Они суровы. Так, знаете, кто не висел? Вот он.
Давай, рискни, рискни. Ну, Мэг, мне кажется, стояк. Чему-то кажется так, но вряд ли. Ну, как говорится, ГГ изи. Или не ГГ изи. Вопросов нет. Это рандомы были просто разорваны. Вот просто... Залюк, спасибо. На части. Потный немезис. Прям таки немезис в жару. На самом деле нет, я даже и не думал потеть. Продолжаем записывать, ребятушки. Очередная каточка. Охотница. И 4 сурикатика. Давайте посмотрим, что они придумают. Мэн! Зараза. Так, как это вообще работает, интересно? Ой, хорош. Я понял, это в себе уверенные типы. Ненавижу сад счастья, вот просто ненавижу. Насколько это в принципе возможно. Я понял. Это мне пиздец. Сразу спасают. Короче говоря, ребят, если я здесь хотя бы повесов 5 сделаю, это будет нормально. Че вы трясетесь-то, а? Ты на задротов нарвался. Да не, это я уже по уровню вижу. Это, мягко говоря, не мой уровень. Они посильнее. Так как задроты легко уворачиваются от топоров Аньки? Это ужас. Если они хотя бы подставляться не будут.
знаю. Ну, пока что терпимо. Как говорится, всему свое время. Все равно топоры надо брать. Отстань, 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 Фанга. Ой, не понравилось-то как ему, а? А как еще мана должны играть, интересно знать, вот на такой карте? Чтобы хоть что-то получить. Вот игроки, думающие как Фанга, вот объясните. Так не попадешь никогда. Да нет, так не. Машина мешает. Какая же жесткая карта. Вообще, не, для мана не играбельная абсолютно. Да ты смотри. Ну это не серьезно, правда. Исчезает еще куда-то. Молодцы, чё, я не собираюсь как-то их гнобить. Ну, сразу было понятно, что зарашит. Да-да-да. А Нейке не понравилось то, что я затуннелил. Сейчас будет башкой качать, приседать. Классика ДБД. И чё? Да вали уже, ё-моё. И чё? Типа, давай, я такой крутой, я тебя повожу, я киберспортсмен, да? Типа, из этой категории, да? Или что? Тайни не достаю. Не достаю. Сейчас роняет по этому, да? Ой. Ну, это
как он с собой доволен. Я давно уже. На это не обращаю внимания. Пускай подумает, что он крутой. Скорее всего, он инициатор этой бутылки. Давайте посмотрим мою догадку. Ну да. А нет, он инициатор зеленой руки, нифига себе. Красавец. Но все равно, так или иначе, конечно, видно, что они играть умеют. Давайте приступим к следующей катке. И вот снова продолжаем, дорогие друзья. Очередная каточка и опять Cold End. В этот раз игра сама его подсунула без каких-либо подношений. Колдвинде за все это время так часто приходилось играть, что я к этой, с этой картой уже сроднился. Так, привык. Хакуна Матата. Я говорил и буду говорить. Голос Синобита — это просто пушка. Натуре. Ох, представляешься, дружок. Сразу убиваем. Потный синобит. Минус 2 на 5 генах. А теперь можно поиграть. The box. You opened it. I came. Так, этот хочет играть? Хочет. Кто вообще такой Синобит? Вот кто вот помнит непосредственно историю данного персонажа? Напишите в комментариях, что за создание такое Синобит? Yeah.
Попой хорош. Двигайся, двигайся, сурикатик, двигай булочками. Попал. Фига себе, держит как цепь. Ну это смерть. Красавец. Хоть сейчас, как говорится, на превьюшку. Единственный ман, который может вот так во время катки сам на себя посмотреть. Сзади и спереди. Безжалостный синобит. Вопросы будут? 50-й престиж, 71-й престиж, бесполезно против таких мэнов. Не потому что я типа так играю, а потому что это синобит. Молчат. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами, как всегда, был Видеотекер. Оцениваем, комментируем, подписываемся. Всех благодарю, всем пока.